кроме Бога и тебя, никто не поверит в твоего ребенка. И Бог дал тебе такую задачу, привилегию служить своим детям, потому что ты как родитель являешься для них духовным наставником. Ты стоишь, как пастор говорит, на ступеньку выше и можешь влиять на своего ребенка. Можешь вкладывать в него те дары, таланты, которые Бог сказал, что в нем это есть. Твоя задача молиться и открывать в нем таланты, открывать дары и верить, что это служитель Божий, это помазанник Божий, верить, что у него великая судьба от Господа. Никогда не допускай мысли, что твой ребенок неудачник или ничего не может. Если ты так говоришь, значит так и будет, потому что ты имеешь власть говорить. То, что ты говоришь, это может состояться, это однозначно состоится. И Бог сказал, что свяжешь, то и будет на небе. Что свяжешь на земле, то будет связано на небе. Матфея 18, 18. Если ты разрешишь на земле, это будет и в духовном мире. Поэтому верь в своего ребенка. Несмотря на его ошибки, верь в него и вкладывай. Аминь.